Фрукты, шоколадки и летние ягоды – арбузы. Все это десантники разделят не между собой, а с детьми из сельцовского социального детского приюта. Спонтанно приняли решение, в принципе. Кто-то запланировал, кто-то спонтанно. Мы поехали спонтанно. Заехали в магазин, закупили подарков в детский дом, детвари. Решили не только для себя праздник устроить, ну и детским домам, детворе, чтобы дети порадовались. Ездим мы с периодичностью. Сейчас чуть реже, раньше чаще ездили. Ездили под Новозыбков в детские дома. Руководство соцприюта о факте, что к ним приедут гости, узнали за несколько часов. Тем не менее, дети оперативно подготовились к приему гостей. Наши ребята с утра готовились. Мы приготовили небольшие поздравления, открытки, поскольку сегодня праздник ВДВ. И подарили взрослым дядям красивые воздушные шарики. Десантники показали детям, какие физические упражнения нужно выполнять ежедневно, чтобы быть такими же сильными, как бойцы ВДВ. Рассказали также воспитанникам соцприюта невыдуманные истории мужества и героизма. Нашему подрастающему поколению нужно прививать патриотизм, любовь к своей стране, чтобы выросли они достойными гражданами этого государства. И постараемся направить их в нужное русло. И я считаю, что у нас это получилось. Даже они подготовились, подарили нам подарки. Очень было приятно, на самом деле. Десантники отметили, что такие поездки нужно проводить как можно чаще. И как только снизится загруженность, бойцы воздушных войск посетят и другие соцучреждения региона. Игорь Дударев, Дмитрий Матеров, Сельцо.